так стосу подает Шарапова на приеме. Минут 15. Ох, как здорово. Молодец. Причем эти пушечные удары, стремительнейшие удары, которые выполняет Маша, они... Вот. Первый гейм. Легко выигрывает Шарапова, но есть такой... Вторая ошибка на приеме у Саманты. 30-0. Еще одна ошибка. Ну, молодец, Маша. Она даже сыграла в непривычной для себя манере слета. Чувствует себя комфортно, спокойно против стоса. Не ждет никаких неприятностей от нее. Бежала вперед, именно ощущая, можно сказать, спиной, что стосор выполнил укороченный. И именно поэтому... Еще один гейм записывает свой актив Маша. Вообще очень трудно потом, если вдруг немножечко поздновато. Отлично подала сейчас Маша. Обратили внимание, как она сделала, как она вынесла вперед предплечье. Управление работы. Сейчас, видите, вошла в ритм. 140 чем. И вот гейм на подаче соперницы выигрывает. Ну что ж, очень важный гейм. Все-таки выиграла Маша, удержала свое преимущество. И 5-2. Ну, какой прием был хороший. Грувила. И первый сет был. Что подрезанный мяч, который сейчас выполняет стосор, постоянно играя против Шарапова, предполагая, видимо, что Маше трудно с ее высоким ростом вот этот вот низкий ползучий мяч поднимать. Хорошие приемы. Последние два, где находился стосор, он смотрел только за своей ученицей. Наблюдал только за Машей. Его волнует только ее состояние. По 30. Тренер.
немножко сейчас. Попала. Попала с тусом. Очень хорошо. Она закрутилась в пост. О, хорошая подача. Входящая, 40-0. Ну что ж, хорошо. Этот гейм на пятерку сыграла. Молодец. Вот туда же, когда она по несколько раз забивает примерно в одну. Отлично. Сейчас как-то в душе так немножко было неуверенно, потому что она все время играла под правую руку соперницы, а как раз, в принципе, сама Толчу. Молодец, молодец. Важнейший гейм выиграл Маша. 4-2. Первая подачка. Отлично. Молодец. Это вот то, что надо. Это 5-3. Ну что ж. Да. Так и удалось. Вот эту вот подкрученную немножко уходить. Ну, умница, молодец. Все. Как ей было страшно в этом последнем гейме. Как она волновалась. И все позади. Все закончено. Можно только обратиться взглядом к своим, кто за тебя болел. И только они понимают, как было тяжело. Как это важно было преодолеть, и как ей это все-таки удалось. Я очень рада за Машу Шарапову. Нельзя сказать, что это 100% возвращение, но это такой не один шаг туда, куда она хочет подняться еще раз.